пока пошла. Астероиды пересел, ну, не знаю даже. Выглядит он более накачанным или нет. У меня сегодня одна и та же игра с разных платформ. Сначала на SMD, потом на SNES. Смотрим какую-то заставку. Да, музыка мерзкая, согласен. Здесь меня слышно нормально, ну... На фоне игры и тому подобное. Да, музыка тут, конечно. Так, жизни 5. Дефилче, easy, normal, hard. Слышно хорошо, отлично. И погнали. Так, а первый проходил. SMD-версию, потом SNES, поэтому надо привыкнуть назад к физике. Блин, как тут? Стоп. Так, мы берем жизнь. Бесконечно нет, 79 полтины. Вот у меня вверху 78, ну ее можно пополнять, соответственно, тут много, но она не бесконечная. Мы попадаем в канализацию. Можем пополнить и жизни, и...
кое-что себе восстановит. Блин, ну сколько меня побили. Ладно, будем привыкать. Отвык немножечко я от физики. Гранат 7, 5. Понятно. Так, взять гранату. А сложные игры на PS2. Ну, посмотрим. Дело в том, что у меня сейчас PS2, она сама по себе немножечко так загнулась. Пока я от PS2 возьму перерыв, потому что она по последним стриму, можешь посмотреть, как запускалась. Так, а теперь нам дают еще раз залезть в эту канализацию. Ой. Фиг знает, как они орут эти летучие мыши. По идее, нет. Тут у нас канализация полезная. По-моему, там какой-то предыдущей части, по-моему, канализации там не надо было падать, ну потому что только хуже будет. Свист на фоне, я не знаю. Все нормально у меня со звуком? Скажите. Чай не кипит, у меня чай ничего такого нету. Надеюсь, со звуком все нормально, сейчас еще окажется. Ну, по идее, вообще не должно быть никаких шумов, должно быть все четко. Со звуком все норм. Чисто, ну, я не знаю. Что звук? У меня уже было такая. Если что со звуком не то, вы говорите, потому что уже было немножечко не то со звуком на стриме God of War. Потому что там, судя по всему, вебка на себя звук перехватила. Блин, он
Куда его скинуло? Свист. Видимо, свист нам поступали замечательный саунд этой игры в канализации. Ладно. Эй! Что у него гранат много ушло? Да там... Так у меня нет чайника. Блин, ну охренеть. Еще со звуком что-то не то. Я сейчас чай не пью. А, да, вот звук убийства летучей мыши такой. Да просто если со звуком действительно что-то плохо, ну, не то, то, ну, я же не знаю насколько. Если звук некачественный, ну или там... Терпимо, ну... Терпимо, ну может и терпимо, но блин... Проверял же, вроде ничего такого не было. Надо все время говорить. В любом случае не смогу. Так. Тут можно жизненно сливать. Момент. Ну да. О, вот и начинается. Блин, ну. Что у меня ком шумит просто. Ну как шумит?
У меня комп, ну, то есть комп немного шумит, ну как шумит, то есть вентилятор там работает или еще что-то. Может это оно улавливает? Хм. Единственное, что шумит, это вентилятор на компе. Который, да, который действительно еле слышно. Если я по ним попадаю. Чё он так долго не вздыхает? Или не попадает? Хороший был тут скорпион. А насколько я ценю игру? Да ну такая себе игра на самом деле. Не самая лучшая, я бы сказал. Особенно последний босс вообще какой-то идиотский. Блин, ну куда ты упал? Да, я даже сейчас слышу, как шумит у меня вентилятор на компе. Через, ну, через, хоть у меня и звук с игры. Возможно, это. Вентилятор у меня шумит. Сира, это броня, да. То есть там где-то каких-то 5. Ну куда вы? Понятно, меня убили. Давай. Тут мы можем подобрать жизнь.
Ну да, такая же, ну как такая же, там отличия достаточны. Их очень много. Чтобы я сказал, что это как бы даже другая игра. То есть, ну, посмотрим. Увидите. Типа часть это же самое, но сделано там все по-другому. Да, игру сильно переделали. Так, гранату надо взять. Странный дизайн уровня для Человека-паука, музыка на титульнике норма, в рей какая-то детская муть, физика не очень, в общем, игра на любителя. Ну, кстати, да, почему-то отзывчивость управления есть такой. Я еще замечал, не знаю, я еще думал, блин, не стоит ли у меня какой-то там V-Sync или еще чего-то, потому что управление не самое отзывчивое. Управление не самое отзывчивое, это да. Ладно, у нас тут в SNES-версии. У нас тут боссик. Бусика мы убили. Четверку провалозывать. А я даже не, ну... Единственное, те, кто жизни пополняет. То есть, ну, я даже, может быть, четверки слова обойдусь. Так, там то мы зажмем. Первые две пополняют жизнь и оружие, вторые две атакующие. Угу. Последнего босса на него же гранаты не есть, как я понимаю. Так, у нас тут жизнь. И надо было вниз упасть, вот прям. Ну ладно.
Там вообще какой-то странный на всю голову последний босс этот. И валится хрен знает сколько. Так, дайте мне гранатку. По-моему, вот это или вали. Сейчас я, блин. Вот в этой части гранаты хоть полезны. Ну ты сволочь. Я сам не особо, я до сих пор не особо понимаю, как ее валить. У меня есть одна... Так. Меня пропустят или нет? Отлично. Я его типа скинул вниз и все. Привет. Ну игра, ну такая себе на самом деле. Пойдет, скажем так. Наконец-то сдох. Если 9 жизней, больше 9 нельзя. До конца... Ну и да, еще достаточно, да, она как бы не самая короткая игра. Так, мы за жизнью, за гранатой тут. По поводу SNES-версии вот, и SMD-версии. Я могу сказать, что SNES-версия мне больше понравилась, чем эта SMD-шная. То есть, ну... У меня в детстве не было ни SNES, ни SMD, я... Пытаюсь... Ну, то есть, я смотрю... Как есть. То есть именно в этой части SNES-версия лучше. Так, а ну если я поползу сюда, тут по идее что-то будет. О, да, вот эта штучка. Разница, ну разница достаточно большая. Как по мне вообще разные игры, ну то есть. Как Ghost and Goblins на аркаде или... Что? Какой-то баг, блин. Но разница достаточно большая. Они меня сами скидывают вниз.
Что у нас тут? Ничего, просто залез наверх. Пойдешь по нему или нет? Босс, ты... А! И сдох. На что тут сложность влияет? Я этого не знаю. Я не запускал другие уровни сложности в этой игре. Ну, судя по всему, наверное, количество хп врагов. Нет, последний уровень на изи. Так, ну, то нам сейчас надо перепрыгнуть. Надеюсь, я не свалюсь. Вот в SNES-версии на количество ударов по боссам влияет, да. Так, эти жизни, если взять, там проезжает машина. Это довольно опасно. Их вообще, наверное, брать не буду. Гранаткой можно скинуть, да. Если я его гранаты подбил. Привет, Раф. Так, жизни подбирать не буду. Ну их нафиг, блин. Там, не, их можно взять, но... Машина может задавить, как нифиг делать. Больше 9 жизней не набирается, потому что все равно он сейчас... Максимум. Вот небольшой прикол этого. А нет, то есть он сдох. Но иногда бывает так, что ты его бьешь, зажимаешь, и он не сдыхает, пока ты... Не перестанешь его бить. Но сейчас как бы нормально. Итак, мы еще попадаем разок в канализацию. Уже откуда-то с этой стороны. Гранаты пополним.
Zelda Forest, наверное, нет. Ну, это же есть, как бы, по-моему, Amazing Spider-Man, но... Там просто Spider-Man эта игра называется на SNES. Так, тут надо быстренько подниматься, то могут... Так, а теперь у нас боссик. Такой. Не самый, конечно, приятный, но его гранатами надо закидать. Все, босс сдох. Отлично. Отлично. И у нас последний уровень. У нас последний уровень. Я потом проверю, что с этим звуком. Что тут, если я начну проверять, может нажаться эмуляторная пауза и... Если оно там не сильно проблемно было. Все. И вот сейчас, вот если я его вот так зажал. Вот я его зажал. У меня нет этого найтбота. Найтбота у меня нет. Да не-не-не, у меня ничего такого, у меня бот не стоит. То есть я его могу бить сколько угодно, то есть и пока... Вот еще такой баг какой-то. Он сдохнет только когда я его отпущу, то есть... Я перестану бить. Уже еле слышно. Было же нормально слышно. А, громкость игры прибавить. Ну ладно, не, я сейчас уже доиграю, я уже на последнем уровне. Что мне тут там не нажал такая эмуляторная пауза, так. В принципе, гранаты, которые мне... Уже не надо особо. Да, музыка тут некачественная. В игре. Сейчас меня убьют, наверное, ну, пофигу. 9 жизней. Потому что не убьют. Давай едь вниз. Есть. Доехали. Сейчас, наверное, солью специально. Потому что, ну, жизни у меня мало. Так, 3, 2, 1, 4, если... Не забыл. Давайте, убейте меня кто-нибудь. Куда
Стоп, а как мне сейчас подняться наверх? Я упал не туда, куда надо. Так куда ты падаешь? Ладно, наверное, проще сдохнуть. Но пять. А подымайся, падла, наверх. Как мне туда попасть? Не, ну, жопа, блин, опять он вниз провалится, скотина. Не допрыгнул я с лифта налево, блин, ну... А, давай, замочи меня уже. Там я что-то неправильно делал вначале, там ничего сложного, я просто забыл, блин. Почему, ну, куда там прыгать или почему я упал вниз? Да я же хочу, чтобы меня прибил кто-нибудь. Так. Вниз. Вниз, вниз. Так. На голову надо было накидать обязательно чего-то там. Да ну что же это такое? Не знаю, мне это не нравится же, чуть ли не все жизни снял. А теперь идиотский босс совершенно. Вот на него действует оно или нет, а такие удары? Ладно, пусть меня убили уже, да, но у меня жизни было мало. Я мог вызвать кого-то, чтобы жизни мне пополнили, но я... Пусть мне лучше больше жизни.
Да, вот столько бы с ним в жизни. По идее, я не знаю, дело в том, что я вообще вот так... Не можно так зажать? Ну, я так больше 10 минут ждал, а потом еще и вниз прыгал. Но по идее, у него какое-то количество жизни снимает, то есть я не могу понять... Что, ну, вроде бы действует у него этот удар или нет, то есть, ну, по идее должен, или хотя бы как-то. Вот это точно, это самый сраный вином, да? Я так больше 10 минут ждал. Но я пробовал и снизу с ним драться, и у него больше жизни гораздо. То есть оно снимает вроде бы хоть что-то, или я не знаю даже. Да это босс идиотский какой-то. Причем прикол там еще вниз потом придется, наверное, прыгать. Я не знаю, сейчас бы ему какое-то количество жизни хотя бы снять. Идиотский босс. Я не знаю, босса же нет полоски хп, поэтому посмотреть, где ему наносится урон. Ну я таким образом прошел, поэтому... Тут босс, как бы да, он не проработан, мне кажется, совершенно. Босс. У него очень много жизни, я могу сказать, потому что я смотрел всякие летсплеи на ютубе, и там его валят минут по 10 или даже больше, и внизу. То есть у него жизни реально до хрена. Даже если я сейчас вниз спущусь и буду там прыгать, и там еще можно сдохнуть очень легко. Да, но проблема в том, что в нанесении урона, то есть он прыгает, а сколько ему наносится урона... Наносится ли он? У него нет полоски хп. Страдаем фигней еще. Не знаю. Минут 7. Он приземляется до удара. Я не знаю на самом деле, но я когда вот так бил его. Причем даже один раз я очень долго бил, то потом на земле по нему совсем чуть-чуть ударов осталось. То есть, по идее, какое-то количество урона ему наносится.
Скорее всего, оно мне собьет тактику, я даже пробовать не хочу, потому что... Я сейчас попытаюсь побить его так, чтобы он спуститься вниз. В любом случае, битва с этим боссом длится больше 10 минут у всяких там летсплееров. Спидрана на этот шедевр я не видел, не нашел. Я еще смогу пополнить жизнь и вызвать там. Да лучше же сбор душ God of War, чем фарм, как я в Dark Souls фармил. Там, я не знаю, сколько у меня фарма. 14 часов само прохождение заняло, фарма там больше 3 часов, я как понимаю. Там ты хоть ничего не делаешь, а когда ты бегаешь туда-сюда и фармишь, это, ну... Просто всякие RPG, ну, игры с элементами RPG... Не, я, конечно, понимаю, что есть те, кто проходит Dark Souls без фарма, там, спидранеры, это, но просто там больше напрягаться надо. Ну, то есть оно сложнее получается. А когда ты пофармил, то, ну, уровень повысил, нормально всех проходишь без запинок. Как бы, да, можно и без фарма, но... Но... смысл себе как бы жизнь усложнять, если ты не тренировал игру, ну, и прям идеально. А мне первой части хватило, мне... Да я не буду, наверное, вторую, третью... Не тянет особо. Тут зависит, поскольку играть. Ну вот. Этот босс мне не понятен. Что плоскую хп ему не завезли, а он очень жирный, и как к нему относится? К нему снимается жизнь. Конечно, переоценен, причем очень сильно его переоценили почему-то. Да, это обычная, средняя по сложности игра Dark Souls. В ней нет ничего там такого мега-адски сложного или, ну... Обычная, средняя, ну, 3D игра. DS Dark Souls.
мы имеем в виду. Она не изичная, это просто обычная игра, это не какое-то там, ну, обычное, как бы, обычное среднее, то есть, ну, я бы не сказал, что она лёва, ну, как бы, изи относительно 3D игр, но я бы её сложно тоже не назвал. Ладно, вином. Тварь, блин, поганая. Ну, я еще использовал эту женщину. Ну, блин, ну зашибись просто. Ну, сраный босс. Спустился, называется. Вот это я спустился. Так, не счита... Что не так? Тьфу, блин, я неправильно сделал. Ой, блин, да. Этот босс последний, это просто запилили какую-то сраную херню в игру. Тут я еще неправильно применил. Ну, я сколько времени ждал, и потом он у меня бац, вот это быстренько замочил, и все. Ну, спасибо. Игра, я, мне кажется, последний босс, он портит эту игру. То есть игра еще более-менее нормальная, но с последним боссом, конечно... Так, ладно. Три. Два. Один. Еще там что классно. Только мне жизнь все равно не пополнил. Я просто не знаю сейчас, или мне опять ждать кучу времени, или... Ну так я же хрен, у меня... Меня еще отняли этих моих. Блин, этот босс просто говно. Не, в мощь я просто не знаю на него нормальной... тактики или... Ну что-то меня быстро внизу забило. Так у меня сейчас нет... И ну можно с ними внизу подраться.
У меня жизни просто дохера, я его сейчас не убью. Вот это на нее точно не действует. Такие удары, то есть... Вот это на нее не действует. Ну, вот это на нее ничего не действует. Кулаками не помогает. Потому что все эти удары на него не действуют. Вот, вот такой на него действует. Этот действует. У него 100-500 жизней. Так прыгай ты. Вот такое на нее действует. Если побить наверху, то у нее, по идее, жизни меньше становится. Блин, ну я понять не могу, блин. Когда ему наносится урон, когда я нахожусь наверху. Очень плохо, что я не смог тогда взять себя этим героем броню и что там прилагается. Вот это на него все не действует, по идее. Только когда, типа, как на части. Вот это действует.
ты это действует. Босс, ну вот сколько у тебя жизни, блин? Я тебе уже столько раз ударил, и ну... Судя по всему, не собирается сдыхать. Ну, и все, и он. И сейчас он меня добьет. Ну. Спасибо тебе, босс. Так я его все это время пробивал. Вот в чем дело. То есть у него просто очень много жизни. Нет, я, пожалуй, вернусь к своей старой тактике, потому что меня это не очень устраивает. Будем ждать сейчас, желательно. Он на земле с ним. А, потому что у него какое-то количество жизни отнимается от этого, от удара в воздух, это точно. Просто не знаю сколько. Нет, его надо именно пробивать. Граната не есть, туда только удар надо бить, но... Все, я лучше подожду подольше, потому что ну зачем оно надо? Сейчас еще жизнь закончится, потом конты. Подождем, пока этот... Я вообще минут 15 бы подождал, а потом уже спрыгнул и смотреть, сколько у него там жизни осталось, потому что придумали разработку, ну не знаю, то что можно сказать про эту игру. Ну в целом я не могу сказать вот все, что было до этого босса, что она прям плохая. Ну игра как игра, но именно босс он сделан плохо. То есть этот босс портит игру. Конечно, если покопать, ну именно раскопать, как именно его бить, то есть вывести каким-то образом жизни, допустим, этого босса, то есть, ну и вообще понять, что ему наносит, урон, что не наносит, то это да, но ты именно так, когда ты это все не копал, ты именно так с виду, ты не можешь понять именно точно. Вот эти удары, оно наносит ему урон, ну, из того, что я проверял, это наносит какой-то, но все равно добивало его внизу. Тут странно. Так, успехи. Сдох уже. Насливал этому боссу жизни. И вот опять вернулся к этой тактике, потому что
Потому что он слишком жирный. Так его можно хоть сколько-то, не знаю, как вы можете ему снять или как он там у него. И потом подраться с ним на земле еще. Да не обязательно, но я и так подожду, просто тут у меня две жизни осталось, поэтому я не знаю, я хочу его подольше побить так, потому что у него что-то снимается. Вот такое, потому что на земле он слишком жирный, я в него достаточно удар в прошлый раз садил, но он дохнуть еще явно не собирался. Так. Босс, ну да, начал очень удары пропускать. Вот назад туда вернуться. Еще его так подмочить. Ну, по идее, выгребает пока что. А сколько ему ударов нанес? Сейчас он ему не на мою сторону. Не надо меня бить.
Босс, пора вздыхать. Ты, тебе уже урона нанесено просто куча. Это на нее не действует. Ну вот что это такое, блин, а? Это надо было такого босса вообще в игру добавить. Наконец-то. Вот, все, сдох. В общем, да, вот такая игра, которую, я считаю, портится от финальный босс. Гранаты не действуют на него. Ну, написано KFQ, и они на нее не работают. Так в том-то и дело, что вот, именно такой долгий бой, да, вот он сдох, этот босс, все. И в интернете я тоже смотрел, как его убивают, и точно так же, очень долго все. То есть... Затащено. Я бы, ну, назвал всю эту игру легкой, кроме последнего босса, ну, а с учетом, что есть вот такой босс, ну, тогда, наверное, средний бы назвал эту игру там... Ну, может, как там, я не знаю, какой-то Battletoads, Double Dragon, что-то там вроде. Но я не могу эту игру сложной назвать, она как бы не сложная, но... Но есть вот такой босс. Скорее выключай, ну, титры сейчас пройдут. Так, я потом, я сейчас остановлю стрим... Ненадолго. Сменю название и... Посмотрю, я не знаю, что там, но шумит. Или шумело, я не знаю, ну, блин. Я ж стримил, ну, не так давно. Все было нормально с PS2. Что или что там. И потом продолжим со SNES версии. Неужели это мой комп? Ну, может, она лалька комп шумит. Ладно. Не, я все-таки хочу разобраться, потому, ну, посмотреть, что оно. Чё за свист? Там жить, ладно, туда сейчас. Сейчас через сколько-то минут запущу версию со SNES.